Идут на рекорд и, похоже, закончат первыми в районе. Сотрудники хозяйства «Комбайн» Яльчикского района к выходным планируют закончить уборку зерновых. Между тем, по республике пока скошено чуть больше трети посевной площади. На работу комбайнеры выходят еще до того, как выпадет роса. Вместе с идеальной в этом году с точки зрения аграриев влажностью зерна 12-14% это позволяет не тратить силы и время на дополнительную просушку. В этом году в хозяйстве должны убрать 1355 гектаров. По площади это почти как 1940 футбольных полей. Урожай средний выходит 35 центнеров. В прошлом году мы купили марафон, одиму и пшеницу, дал 47 центнеров с гектара. По словам аграриев, этот сорт устойчив к капризам погоды и болезням. Не все зерно пойдет на муку. Значительную часть урожая продадут хозяйствам как качественный семенной фонд на следующий год.